Мы находимся в Ленинском районе. Сейчас здесь происходит масштабная реконструкция дворов и территорий отдыха челябинцев. В рамках программы благоустройства район обещают преобразить до неузнаваемости. А самое главное, что большинство из запланированных объектов расцветет благодаря жителям района. Предлагаю вместе прогуляться по Ленинскому и оценить масштабы реконструкции. Этот двор у нас в этом году попал в программу инициативного бюджетирования. За 2,5 месяца проведено масштабное благоустройство. В дальнейшем здесь планируется резиновое покрытие. Площадки. Дело такое, довольно быстро все ломается. Насколько качественно вот здесь выполнены работы? Ну, во-первых, на все малые архитектурные формы существует 4-летняя гарантия. Ну и управляющая компания будут следить, ремонтировать при необходимости. В 2018 году двор Руставели 27 с внутренней стороны был благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды. В этом году жители добились того, чтобы с наружной стороны дома также было произведено благоустройство, был отремонтирован проезд, устроены дополнительные парковочные места, сделан тротуар. Раньше невозможно было ездить, вообще дорог просто не было. Яма на яме, во-первых. Во-вторых, как бы проезд был уже. Сейчас вообще красота. Плодушка, я так понимаю, это сердце Ленинского района. Совершенно верно. Уже который год мы благоустраиваем эту территорию. 2 года потратили на то, чтобы сделать детское игровое ядро. Это для совсем маленьких, для постарше что-нибудь будет? Здесь, в принципе, для всех возрастов. Плюс еще будет установлен большой песочный городок. А на этом благоустройство не заканчивается. Жители выбрали на следующий год продолжение благоустройства парка «Плодушка». Я вот видела маму с ребенком. Может, подойдем, спросим у них мнение насчет площадки. Мне кажется, вот мальчику очень нравится. Давайте узнаем. Площадка, конечно, потрясающая. Мы долго ждали, чтобы здесь появилась площадка. Нравится то, что она под разные возраста. Никто никому не мешает, все играют. И вот эта гигантская песочница, она просто потрясающая. Добавить только качели, побольше качели. Потому что на качели очередь большая. Я думаю, пожелания услышаны, будут выполнены. Да, конечно. Все для жителей. В этом году на благоустройство Ленинского района выделено 150 миллионов рублей. Из них 105 на реконструкцию 13 дворовых территорий и еще 45 на строительство новой детской площадки в парке «Плодушка». Нам пообещали, что к 1 сентября здесь уже можно будет спокойно гулять на новых достроенных площадках. Что ж, ждать осталось совсем недолго. Приедем сюда осенью и проверим. Елизавета Лебедева, Артур Фазлеев, 31 канал.